7 августа на месте возведения нового КПП номер 4 состоялось выездное совещание по реализации проекта «Северные ворота Сарова». После осмотра объекта участники рассказали журналистам о планах не только по строительству пункта, дороги к нему внутри города и автотранспортного пути КПП «Кременки», но и о предстоящем ремонте дорог в сторону Глухова. Цель этого совещания – это подготовка совместного графика трех сторон ВНИЭФ, администрации области, администрации города, для того, чтобы реализовать поставленную задачу, как это было в свое время обещано Валерием Павлиновичем, к 12 июня следующего года. Значит, ход работ на сегодняшний день всеми тремя сторонами гарантирован. Я думаю, что в ближайшее время на уровне конца августа мы этот график утвердим у Валерия Павлиновича и представим ее, так сказать, общественности для контроля в рамках реализации. Проект значимый, ответственности все понимают, работа идет слаженно. На сегодня пожалуйста. Что уже сделано, можно сказать? А на сегодня что сделано? Да. На сегодня сделано, во-первых, пришел сюда подрядчик по КПП-4, получил аванс, начал стройку, реализовано. Наши коллеги с области находятся на стадии корректирования проектной документации начала работ, не только на строительство, но и на ремонт дороги, с тем, чтобы она вышла туда, в район Глухова. Губернаторам дана команда о строительстве дороги Саров-Кременки. С нашей стороны прилагаются все усилия, везде зеленый свет. С коллегами есть полное взаимопонимание по всей работе. Что касаемо других дорог, то да, после того, как дорога будет построена, будет произведен ремонт по дорогам близлежащим, чтобы жители могли комфортно передвигаться и удобно жить. То есть процесс будет последовательный, не да. Параллельный, а последовательный? Сначала построим дорогу. Те дороги, которые кроме этой, они поддерживаются в состоянии, что-то ремонтируется, где-то проводится ямочный ремонт, то есть все на должном уровне. И можно еще вопрос Сергею Александровичу. Реально начать работы по дороге 203 внутри города в зимний период? Конечно, реально. Даже, может быть, по некоторому набору работ удобнее, поскольку грунты здесь обводненные, но, видимо, зимой даже удобнее работать. Ну, как бы глава администрации поставил задачу, провести конкурсные все мероприятия и определить подрядчика для того, чтобы вот с Нового года сразу начать. Возведение КПП – зона ответственности вне. В строительство дороги к нему внутри Сарова находится в ведении муниципалитета. Дороги КПП «Кременки» – в ведении области. Наталья Романова, Алексей Горелов для сайта «Колючий Саров».